тот самый случай, когда автор песни попал прямо в точку со вчерашнего дня. Город остается во власти осадков. Проливные дожди идут не прекращаясь. Но это скорее плюс весенней погоды. Уже завтра деревья и трава снова зазеленеют, солнышко заблестит. С оговоркой, что прогнозы метеорологов все-таки сбудутся. В почти весеннюю погоду ворвалась осень. Последний день апреля огорчил осадками и прохладой. Метеорологи уверяют, сентябрь заглянул лишь на сутки. Дальше только тепло. На Фиджи обрушились дожди. Осадки прошли в районах, которые уже успели пострадать от тропического циклона Гарольд. Оползни и наводнения заблокировали дороги. Сильный шторм обрушился на штат Техас. Порывы ветра достигали 70 миль в час. Повреждены линии электропередачи, дома и автомобили. До конца недели температура воздуха там еще будет повышаться, чем может вызвать несколько сильных штормов. Завтра в городе потеплеет. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью могут пройти кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем плюс 11-13. В темное время суток от 8 до 10 тепла. Кристина Ариянс, Андрей Богдан, Бобруйск 360.